ровно в 3 часа ночи открывается какой-то тайный канал. Неужели она уже умерла? Неужели она уже трубанка? Он хочет ее выбросить с окна. Черт Варимбер, меня зовут Зак, его не Зибро, сразу же просто, сразу же подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь, бро, ты же знаешь, придет время, Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, про тебя не нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду, самую сильную банду на Ютубе. Это же сегодня на видео снимает Настя. Банда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Все потому, что сегодня мы будем проверять приложение TikTok. Уже ранее, аж год назад, мы проверяли это приложение в 3 часа ночи. И оно просто было как будто из ада. Как только стукнуло 3 часа ночи, оно сразу же превратилось в какое-то мистическое. Все было в темно-красных тонах. А видео в нем просто были ужасны. Там как будто снимали видео сами демоны. Я все еще в шоке от того, что тогда увидел. У меня даже мурашки бегут по коже. Мне реально очень страшно. Но банда, спустя год в TikTok появилась новая легенда. Что ровно в 3 часа ночи открывается какой-то тайный канал, где есть всего лишь 9 видео, и они максимально странные. Именно поэтому, банда, сегодня в 3 часа ночи вместе с вами я хочу посмотреть эти видео. Ведь, как говорится в мифах, легендах, эти видео о несчастной любви одного маньяка. И, банда, я просто уверен, что вам будет интересно это смотреть так же самое, как и мне. Только вот если этот канал откроется в 3 часа ночи. И просто знаете что, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда, банда, я сниму тот самый TikTok, который я снимал год назад. Тот самый красный фон, где самое мистическое страшное видео. Так что будет, давай опускайся, не жми свой царский лайк, и уже скоро я сниму TikTok 2. И, бро, также подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти, у нас там выходят очень крутые фотографии. Я уверен прям на 100%, что тебе это понравится. Вся ссылка в описании, а мы же в 3 часа ночи, погнали! Окей, Суприм банда, надеюсь, вы готовы, потому что я впервые слышу о такой легенде, что в 3 часа ночи появляется какой-то странный канал, какой-то наполнен мистическими штуками и чем-то ненормальным. Как видите, банда, сейчас у нас на часах 2:48. Пока что нету 3 часов ночи, поэтому если мы сейчас попытаемся найти этот канал, то мы его просто не найдем. Даже давайте попробуем. Этот канал называется Роберт СПТ. Окей, банда, как видите, нету никакого Роберта СПТ. Есть разные какие-то Роберты, но это все не то, что нам нужно. А вот в 3 часа ночи как раз откроется этот странный канал. И если честно, уже прям не дождусь, когда это случится. Мне реально очень интересно, что же будет 3 часа ночи. Какие же такие у него там были странные видео, что весь мир был просто потрясен. Окей, банда, давайте уже дождемся 3 часа ночи и посмотрим сами на них. Окей, Суприм банда, на часах уже 3 часа ночи, самое мистическое время. Ведь именно в это время открывается этот странный мистический канал. Если честно, мне уже не терпится его поскорее посмотреть. И поэтому, Суприм банда, давайте уже его искать. Итак, банда, просто гляньте, я нашел какой-то странный канал, который называется Роберт Энди 3 точки. На фотографии какая-то девушка, а название Роберт СПТ, как я вам и говорил. Окей, здесь написано, что у него целых 9 видео. 0 подписчиков, 0 лайков, все по нулю, просто ничего нету, как будто его никто не видел. Но мы-то с вами знаем, что этот канал видел очень много людей. Потому что у него уже ходят только легенды и мифы. Итак, Суприм банда, говорят, что его видео просто портит психику людей. Я не знаю, что со мной случится, но я очень надеюсь, что все будет хорошо. Именно поэтому, бро, если вдруг вы слабонервные или с вами что-то не так, пожалуйста, не смотрите это видео. Оно очень опасно для вашей психики. А мы теперь мы начинаем это смотреть. Я предлагаю начать с самого первого видео, которое он снял на этот канал. Думаю, это есть какая-то сюжетная история. Окей, банда, давайте откроем его первое видео. Итак. Это его первое видео, и там написано «Лук, я люблю тебя». Господи, что это такое? Вы просто это видели, Суприм банда? Там была какая-то девушка, и она была полностью замотана в мусорные пакеты. А еще она плакала, мы слышали, это банда. Господи, я уже вижу с этим каналом что-то не так. О, черт, так я не знаю, что будет дальше, но меня уже только это приводит очень сильно в шок. Тем не менее, бро, давайте посмотрим, что там есть еще за видео. К примеру, второе видео. Будем идти так по порядку. Банда, то, что там было, это ужасно, окей? Второе видео. Он называет ее красивой. Смотрите, он гладит ее. И там уже слышно, как и тает мухи. Неужели она уже умерла? Неужели она уже трубанка? Посмотрите, он положил на нее какое-то платье. Оно белое в кровавых отпечатках. И он еще гладит. Он гладит настоящий трубанка. У этого человека реально не все хорошо с психикой. О, черт, я уже недоволен, что я зашел в этот канал в TikTok. Он очень странный, банда, и очень страшный. То, что я здесь вижу, это реально жесть. Человек в здравом смысле, нормальный человек, такого бы точно не снял. Господи, банда, я уже не хочу смотреть, что будет дальше. Но ради вас, я знаю, вам это будет интересно. Давайте посмотрим, какое же здесь третье видео из 9. Окей, банда, третье видео. Черт, она лежит на руках, я просто в шоке. Господи. Я не верю своим глазам. Он расчесывает волосы трупа. Черт. Это такая жесть, банда. Он вообще ненормальный. О, посмотрите, видите, это был, блин, черт.
Господи, какая же это жесть, я просто не верю своим глазам. Это реально страшно. Он просто какой-то ненормальный, это какой-то псих, которого нужно где-то закрыть. Я не знаю, как вообще ТикТок держит такие видео, это очень ужасно. Окей, я не хочу оттягивать, давайте быстрее все посмотрим эти видео и уже с этим покончим. Мне просто этого не по себе, мне очень страшно. Я боюсь, что в мире где-то существуют такие люди. Итак, банда, четвертое видео. Три точки в начале, там должно было быть ее я. Он подписал, что она смотрит телевизор. Что он делает? Посмотрите, банда, он ее типа целует, вы видите это? Это прям заметно, господи, что не так? Черт, я просто в шоке. Какой у него жуткий смех, вы это слышали, банда? Это просто жесть, я не верю своим глазам. Какой-то маньяк играет с трупами, представляешь, что это его живая девушка. Это так стрёмно, банда, я не знаю, это жесть. Господи, окей, давайте уже поскорее с этим всем покончим. Окей, давайте уже пятое видео, мы уже посмотрели целую половину. Я надеюсь, что самое жуткое уже позади, банда, давайте посмотрим, что там еще есть. Подписанное видео, ты выйдешь за меня, то есть он сейчас будет делать предложение или что? Господи, это такая жесть. Посмотрите, у него кольцо, вы видите это? Он делает предложение трупу, банда. Господи. Она не может ему никак ответить. Ну, о господи, он ее бьет. Он ее реально избивает, суприм банда. Я это 100% замажу, это просто жесть, они ее просто избивают. Черт, я сейчас в шоке, я такого никогда в жизни не видел, чтобы кто-то бил труп. Черт, это реально жесть. Я думал, что самое странное уже позади, но нет, оно только начинается. О, господи, я просто в шоке, что происходит с этим ТикТок-каналом. Это реально ужасно. Я реально не верю своим глазам, банда. Я думаю, вы испытываете такой же самый шок, как и я, потому что это в реальном мире. Я очень надеюсь, что его уже поймала полиция. Окей, банда, шестое видео, хоть бы все было уже нормально. Пожалуйста, пусть он уже куда-то ее денет. Черт, окей, смотрим, что сейчас будет. Почему ты не любишь меня? Он меня посадил около открытого окна. Что это значит, банда? Делай, черт возьми, что он? Господи, что он делает, банда, вы видите это? Он хочет его выбросить с окна. И на этом видео просто перервалось, вы это видели? Что если бы кто-то его увидел, что бы он тогда делал? Черт, почему его никто не видел, почему его никто не сдал полицию? Это просто ненормальный человек, банда, я в шоке. Я подумать не мог, что это такой стрёмный ТикТок. О господи, я просто не знаю, как ТикТок держит эти видео. Тем более, что этот канал как-то связан с мистикой, потому что появляется только в 3 часа ночи, вы это знаете. Окей, банда, уже наконец-то будет скоро конец 7-е видео. Он подписал его, как я ненавижу тебя. Черт, она просто лишь на подоконнику, я просто представляю, как там воняет, это же труп, банда, как он в этом живет. Господи, что он делает, черт, я это 100% запикселю, банда, он ее протыкает ножом, он реально ее убил и при этом еще вот так вот тыкал ножом, я просто не верю своим глазам. Я свидетель самого настоящего убийства, банда, зачем он это вообще снимал на видео, зачем он это куда-то выкладывал? Это просто жесть, это реально какой-то ненормальный человек. Окей, банда, осталось всего лишь 2 видео, господи, хоть бы это все уже поскорее закончилось. Это очень странный, банда, посмотрите, вы видите главную страницу этого ТикТок-канала, на главной фотографии девушка. Что если это та самая девушка, которую он держал в плену, после чего убил? Что если это самая девушка, которая сейчас у него в пакетах. Это очень стрёмно, банда, я просто в шоке. Я не знаю, что здесь происходит. Окей, суприм, банда, уже скоро конец, предпоследнее видео, 8-е. Господи, хоть бы там уже все было хорошо, я просто в это не верю. Это такая жесть. Кому вообще могло прийти в голову такое снимать? Господи. Чёрт. Он её просто куда-то тянет по подъезду. Вы это видите? Это реальный подъезд, банда, он хочет от нее избавиться. Это ужасно, я в шоке. Я ожидал чего любого, но вот этого, что он ее просто убьет и будет тянуть по подъезду, чтобы от нее избавиться, это так жутко. Я реально сейчас в шоке, я не верю своим глазам. И подумать не мог, что в мире такое когда-то существовало и вообще существует. Никогда в жизни не пытаюсь посмотреть этот канал. Я все еще не понимаю, как его в подъезде никто-то не заметил. Он же выносил ее через весь подъезд, по-любому кто-то соседей это услышал. Окей, банда, по идее, это последнее видео. Я очень надеюсь, что оно последнее. Итак, банда, последнее видео, он около мусорки, он говорит прощай, ББ, то есть бай-бай, махнуть мусорку. Неужели он просто ее выбросил, банда? Он просто ее выбросил в мусорку. Господи, это такой взрыв в голове, я просто в это все не верю. Это было его последнее видео. После этого он больше ничего не загружал в этот ТикТок. Это жесть, банда, я просто в это не верю. Вы это видели? Это реально какой-то ненормальный человек. Я в шоке, как он вообще еще на свободе, как его все еще никто не поймал. Это реально жутко, я не знаю, как его никто не заметил. Он показывал ее в окно, она по идее еще и кричала. Она плакала, значит она была жива. Она кричала о помощи, но никто этого не слышал. Он тянул ее по подъезду, он ее выбросил в мусорку, он вынес ее на улицу. Его все еще никто не заметил, это просто жесть. У меня реально это не вкладывается в голове. Господи, я просто в шоке от того, что я увидел. Это так ужасно и омерзительно. Я надеюсь, что ТикТок как-то удалит этот канал, потому что он реально очень опасный. Что если кто-то из детей это увидит, что тогда будет? И уже психика просто сразу.
рука уже сломается. Тем не менее, я рад, что это все закончилось. Надеюсь, больше никто ему не попадался в жертвы. Надеюсь, его уже поймала полиция. Тем не менее, бро, вот комменты с прошлого видео. Просто вглядись, какие они шикарные, и делаешь комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь мне нужно опуститься ниже. Нажать свой лайк, колокольчик, и все, бро, тоже в следующем видео. Лайк, колокольчик, коммент на видео, бандит. И помни одно, бандит, оставайся таким шикарным. Пока!